Спрашивает, короче, спрашивает, кто реал этот паладин, блять. Сейчас будет хуесосить в ПМ. Сейчас пишем кого, блять. Вайдан. В смысле? Вайдан. Честно, ему 4 ника, пусть выбирает любого. Ладно, мидвей. И свой не забудь. Тыкайте, настерол, тыкай. Кто там, его кинул, ты? Да. А, Тём, тут? Да. Делаю символ. Да, да, конечно. Один или много? Один. Все, бан... наш бан Долорана можно забирать. Так, не знаю, сейчас сбросить Долорана. Го попущенный, чешку не ролит. Нормально будет. Так, заходите в Дискорд, я там еще не зашел. Хотя я не знаю, кому это говорю. Так, Керри лох суманулся. Полетели с Винс. Так, какую надо? Ура! Вот эту. Так, по бафам. У меня в броне. Я не знаю, есть ли смысл протобаф. Ну ладно, баф. ДЦ есть все равно. Так, Шредер. Поскольку у тебя там легкотня в реале, у тебя каски. Хозяин, ты бафаешь кулаки и две кресты. Сейчас, секунду, я еще не засумлен даже. Сумлен всех. А, там попущенный пишет, чтобы Рэл написал, что нет он ролов, чтобы заскринить. Не, напиши в чат, типа, ля. А, да, надо стопнуть. Привет. Все. Стопните, у кого там спамер работает. Бывает про него тупо. Не знаю, я никогда чешки не анролил, но когда-то был чешку сролил на паладину или на хантане, помню, обычную, и продал за 300к на цимикулине. Ребят, вы рейчат читаете? Читаю. Ну, я просто через час ухожу, не хочу подставлять рейд. Если есть замена, это твой хозяин. Если есть замена, лучше возьмите этого паладина. Вот, давай возьмем туда. Давай, хозяин туда. Сейчас. Меняй, напиши этому бомб-точку. Спасибо, что предупредил. Так, кто еще не засумоненный? О, так. На грант, орхидея. Хватит там траву копать. А то... А нажал бы искала. Пишу, никто не считает. Что? Ну, а то я пишу рейчат, никто не считает. Чё, это ты пишешь, Рога, да? Нет. Это твой хозяин. А, да, надо, чтобы Мидвей, чтобы не успокоились, написал это, что нет он роллов и ролл по спеку. Выйди с инстанта, хозяин. Чтобы они заскринили, типа. Что за чарка на бот? Ё-моё, Мидвей. Понял, Боунтосика. Так, тогда смотри, вместо Боунтосика, пан, ты бафаешь кулаки. Пан, поставь плюс. Да убейте маму-то. Все, чините, закупайте среги, разбирайте ауры, хули паладина третью. Все остальные, огонь там, все остальное. Бафык. Надо трэш чистить. Танки, там ветки, вот один танк. Линканите дискорд еще раз. Второй танк. Линкую дискорд. Давайте по-быстренькому сделаем тут все. Бафы раздавайте и погнали. Что-то мне не всех показывает по рейнджу, кто где мне. Бантосику что бафать? Ничего не бафать. Погнали, Алиса. Можно хозяина в последнюю группу возьму? Будьте добры, пожалуйста. Ладно. Тебя перекинули? Угу. Пуляй. Это... Пусть подойдут. Не отлетайте только к трэшу к этому, да? Знаете, что это чревато. Лучше отойти. Так, все. Сейчас забью рывком. Сбил. Давайте со стороны трэш уплывайте, пробудите, потому что вас откинет на ту пачку. Каст дает. Бунтосу что бафать, вы так и не сказали. Я... Ничего. Не понял, бафать. Принял. Там смотри, подстраховый, короче, кулаки себе вкачат.
Да, у меня вкачан, естественно. Побафан, еще раз побафан. Гипсотымыч, прот, шреддер, каски, бумтосик, ничего, пан, кулаки, медвей, кисты. Сейчас отлетите, короче, к мобам, ваши проблемы. Не, нормально отлетели, видишь? Ни один не отлетел к ним. Уроки не тащит даром. Ха, красавцы. Весело. Бумтосик, да? Зачем? Я не знаю, зачем мне это сделали. Салют тот хотел бы. Не давайте так больше. Не делайте, не ломайте игру. Ливнут с рейда, отхуесосит вас и будут прав. Да не, я не такой. Чё такое, чё дали? Да, мне чё, на баунтосик. Бог дали. Да пофигу. Надо себе, короче, водон забить. Кто дает? Ну? Командир, ещё один. Командира. Все еще командиры все. Все бьют гира. Меня хилит, кто там? Шаман пустит. Или хапал. А шейкер он... Не, это рога бьет весь трэш остальной, да? Угу. Ну пусть слушает. Заодно напугает меня. Когда убьете командира, вон тех двух шизоидов, гвардейцев, садрите справа и приведите в основную точку. Вот, кто-то бегать может. Рога на спинтах. На спидах. Угу. Оу! Ой-ой-ой. Пробудите меня, тяни. Забирай командира второго. Еще и сзади сагрили. Нормально. Хилы, хильт у меня. Ой, да. Вот забери. А ты где там? Ну, видишь, трэш от... Давай, я пока чуть-чуть. Убьете командира, дырка по одному, выдергивай пробудителей и убивайте. Паладин, дай капку на меня, шреддер, любой. Капли дайте следующий паладин. На медвей может дать капли только бы. Да. Встали, покинули тело, залетели в ноги. Да, кого убило, залетайте. Раз, сразу лестница. И бой не вешает. Вот еще больше трешки нема. Пока мало. Тут нет, зачем. Бейте командира и пробудители, которые там стоят. Можно мне сосредоточение, пожалуйста? Стоим, летим быстрее, чтобы не упали. Паладина, освободите. Ну и зачем того пробудителя, которого мы бьем, кидать, блять, в ихер, а? Сфир тоже норм. Сейчас пройду по всех. Нормально. Убивайте командира сначала. Практически не лупит никто, я так понял, да? Не, командира добили. А, пробудителя. Давайте мячику звезду поставлю. Пробудителя этого добейте. У него да, пробудителя. Сутка. Корни на агрессор, совы, друле. Каски бейте ему. Mortal Target разбиваем цель. Ой, так. Так, ну вроде отлично. Все, остался один скок пробудитель там, да? Бейте пробудителя. Забирай его. ДК вытяните, вас двое. Бокус. Вот, сразу звездочку вытягивайте его. Убивайте. Угу. Ну, он потом еще одному пробудителю вам поставлю сразу. Чем-то на него. Я пока заберу гарди. Беру всех кучу. Далеко. Тут шаман у меня сидит. Пробудитель, играйте по чем-то. Еще один есть, а, он. Собью каст. Неплохо, видите, справились. Молодцы. Теперь будем по две пачки отбить.
Гвардейцы набивают центральный. Сколько гвардейцев брони, интересно, что он такой твердый. А кому ты говорил кулаки бафать? Кулаки? Расскажу. Панда. Кулаки панда. Главное, чтобы на этот, не шреддер. Шреддер каст. У шреддера не вкачивает. Вот поэтому он бафает каста не будет. А вы специально мобов танчите, развернув их спинами друг к другу? Разверните их в одну сторону, чтобы могли... Слушай, спинами друг к другу. Они стоят спиной друг к другу. Он разворачивался чисто из-за чего-то. Сам стоит, разворачивается, вот это трап. Примерно тот же самый. Дискуссии там рот переагрил и все. Нет, ни на ком аграет, моб багает. Было огромное рой. Ну хрен. Огромное роги, все, развернулся к дняку. Да. А, ну кидай фиксы туда, рога. Походу у роги такой бредный голос, да? Нет, это чичулан. Рога, ты лучше тексы кидай, все. Ну, как можно в слове лопосос столько ошибок допускать, чтобы получилось чичлан? Вбиваем пачку эту, будем бить болтара. Наш любимый босс. Маша, кидай кимика инвер по мне. Мне нужна помощь. Шо, Войт, апнул тебе ДПС, троллейбой? Поди меня скоро перед домашним будешь. Так уже. На трэш? Не, на боссе тоже должен. Чё-то вы не хилите меня. Да ты за спиной. Чё за деревом? Ладно. Рога, кстати, фитиш такой. Да, нормально. Рога, вытяни китни. Ой, не китни, а это, блядь. Чипшот. Давай станы в каске. Чипшот это... Подлый трюк. Не восприимчивость. Кидни — это удар по почкам. Ну, значит, сначала сказал правильно, потом перепутался нормально. Ну, чтобы чипшот дать, надо быть в незаметности. Я знаю, там на ваниш поражать. Один раз. А потом мупа уедет, лбанет, а ты его не дашь. Сбивайте как? Столько паладинов бьет, вот, сбили, вот. Так, коровы сбивайте, ём. Так, а, тут вроде эльфы сбивают, нет? Да, и эльфы сбивают волшебным потоком, протопалы сбивают щитом Мстителя. Нет, щитом я не сбиваю. Сбивают, сбивают, я сам сбивал лично, трэш, что ты мне рассказываешь. Сбивает. Не должен сбивать. А, обновляйте баффа, кому чего, каски, плохи, кресты, кота. Если ты выкачал стану после щита, то ты сбиваешь. Жрём рыбу. Кому по бафам что нужно, в рейчат пишите, вас трудно идентифицировать по голосу, мы все мало знакомы. Напишите в рейчат, бафнут быстрее. Плащ бесов, это что, сундука, да? Так, ребят, я извиняюсь, Лимон, а, ребят, будьте добры, пожалуйста, стоп весь флут, говорит только РЛ. Все, все заткнулись и давайте доиграем. Так, Алиса. Шреддер, быстрее бафай каст людям, пожалуйста. Волку, ДК, кто там еще? Рыбу жрём. Чё-то, Алиса, ты танчишь... А, стой, босса. Только... Босса танчишь. На тебе звёздочка. Я забираю вторую копию. Ну, первую, в смысле. Первую иллюзию. Кто хочет потанчить ещё? Болтара, плюсик в чат. Если не пожелаете, я назначу Войда. Ты куда кинул... Саня, ты куда кинул символ? Короче, никто не хочет. Давай спек сегодня. Спек. Давай станка. А, по хилам, значит, мидвей, хилишь ДК. А, лачдан, хилишь меня. Оверфал, хилишь Войда. Корприз, ДЦ, Винаиди. По поводу меток. Если на вас метка, ослабляющая прижигание, вы бросаете все, кроме хилов. Хилы хилят, ставят. И набираете рейндж 8 метров друг от друга. И стоите, пока с вас не спадет этот дебаф. Если мы настакаем 100 стаков на танке, болтар убьет его, независимо от ГС и шмота, там, который на нем одет, независимо от деф. Вот и все. Поэтому если вы метки не будете разносить, мы здесь будем вайпаться до бесконечности. Надеюсь, что вы все поняли. Вопрос есть. На кого СС кинуть? Надо? СС. На танк, наверное. Да, кинь СС на Ивенар. Вроде все. Так, элемент керри, мидвей готовый, да, еще да. Раз чекаю.
Не проходит. Чет, медведь готов? Да. Все, тогда погнали, Алиса, давай. Вводишь по центру. Вот, босс ведешь по центру. Как в прошлый раз убивали, мы слева от тебя будем. Слева и справа от тебя от копии. Все. Лужу разливай, тут ты танчи. Милики. Под морды не стойте, в алтаре не умирайте от шторм. Только за спиной. Значит, шторм клинков и атака ближнего боя вас уничтожит. Как Бокруса сейчас. Видите, где Бокрус у меня? Прямо у левой ноги. И он не первый раз уже там умирает. Бокрус, ты не понимаешь, что я говорю или нет? Спина у босса это сзади, ниже головы чуть-чуть. Вот, где хвост. Орхидея, Берни, Бокруса. Скоро разделение. Чья копия? Моя. Справа буду с копией. Кто тут? Печенко, отойди. Тачдан на мне. Ой-ой-ой, агро. Ой-ой-ой. Идите вот отсюда, я сейчас босса поведу, вас же убьет. Уйдите, сова, кто тут стоит все, уйдите отсюда. Что, не понимаете, что вам ваншоты сейчас будут? Метки выносите. Шторм клинков. Так, что там? Угу. Вот слева. Шторм разделения. И уже должно было быть на 50. Почему нет разделения? На 33. Да? Ну, на 40 вроде. 40 или 33. Сейчас посмотрим. 40. 66, 33. Нет, не забываем разбегаться в элемент. Медвей желание забирать копию. Так, просил надо что-то прожать, а там мне сейчас убить. Геру, давайте, играйте в босса. Ну, можно не в босса, можно в любую цель, если на вас мет. Если вы в рейндж, играйте в любого болтара, не в общих. Войда держите, меня держите. Метки вынесли. Танки на стаках прожимайте, если больше 50, либо кайт, либо прожимы, давайте. Чтобы он не убивал. О, Вудшейпер, красава, согрел, спас собой. Убивайте босса. Вон центрального убейте. Что ж так долго бьете? Так ты ДПСа не даешь, вот и долго бьем. Видишь, я бы все воспекнулся. Много беготни просто. Хватит стоп-флот. Потом попиздите на трае, привыкайте. Когда вы говорите, вы теряете эффективность. Лишние там доли секунд тратите, чтобы что-то сказать. Не особо важно. Могли бы больше нахилить или на ДПС. Меня же на автомате все кнопки жмут. Ну, все, ранили Войда. Поднимаем Шейпера. Бежим на дракончика. Все спекаются в ДД, кроме Алисы. Она потанчит соло. Мы посекаем, чтобы было не больше двух взлет. Хант играет через выстрел. Рога тоже яды нам машет. Ну, потому что да ты надо, БДК, ты МТ. Не хочешь танчить, удаляй БДК спек. Будешь сидеть на замене. Не носишь? Ну, тогда Хант постреляет. Сейчас, погодите, шмот накину. Молодец, Даинер. Убиваем ману. Даю вам 30 секунд, пока сам пью ману. По поводу меток. Как только взлетит, меток будет 5. Все стоим в цветах. Цветы это... Вачдан, что такое? А у меня есть, спасибо. Как раз кончался. Так, поставлю метку вам, где стоит весь рейд. На всякий случай. Может быть, вы не знаете. Вот здесь рейд стоит, метки выносятся влево-вправо, по 2, по 3. Можно назад полукругом. Сохраняй ренжу от тех, кого выносите, и вот тех, на ком другая метка.
чек на пол. Моса, все готовы. Алиса, вперед. РДД, которые хотят больше нести ДПС, могут стоять у кромки воды, совы, маги, престы, лори. И когда он улетает, всекать его, пока она там читает свои косты. Желательно это делать за спиной, чтобы не получать дыхание. Сейчас надо дыхание сложить на ДПСе. О, один раз летит. А как он так медленно летит? Ну-ка, на тебе еще печать. Хорошая, замедлили. Метки выносим. Опа. Плач ран. Б элемент, чулан, шредер. Отбежались раньше друг от друга. Но... Один вопрос, а что за какой злой дядя кидает жабу света? Желтый. Не знаю, посмотрю атаку. Сейчас узнаем. Медведь, пан. Пан кидает. Ага, мы тебя спалили. Судья света, да? Воруешь, короче, для палат. Мерзавец, как-то не стыдно. Игра через, короче, через голубую жабу. Окей. Ну просто смысл. Паладины психуют, там отхила нету. Да. Войд в танка. Я просто задал вопрос, у меня нет. Войд в танка, я в танка. Алиса на боссе. По три танка есть? Ну да. Да пусть танчит. Ему нравится. Так, антифир, Шансун, первый антифир от тебя. Джованни, после первого эфира. Ну, Джованни твой антифир, Дориан твой три. Ну все, Алиса, на выход. Так, вроде просто и есть, все нормально. Молод, Лина. Алиса, 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 уводи его туда. Антифир дайте ей. Что там, я гоню или нет пока антифира? Там такая желтая шняк. Есть. Есть, да? Ну ладно. Вот, сейчас второй надо дать. Второй дает Джованни, потом дает Дориан и по кругу. Танчик кучнее. Стоит справа. Элемент в кучу танчик, трэш не агрился на вас. Смысл вашего стояния. Круговая атака вторая по ДПСу нормально. Не понял, а сейчас он что, весь рейд фиряет? Не знаю. А он не фирял весь рейд? Предыдущие два раза меня фирял. Миликов он фирял. Что, ДПС хороший, 180 тысяч. Надо убивать. Угу. Ни одного опять раскола стака, блять. Подстревал, да? Ни один не стак. Ну Войд танчит. Сейчас я понятно, буду... два. Стакайте кто-нибудь, все мне стакайте. Что меньше ДПС дает, то ты стак шейкер меньше дает. В чем прикол, армсам тяжело стакать стаки. А фурикам есть окно, когда они могут стакать. Ну, видимо, забил он просто. На халеоне стакай обязательно. Тут, я понимаю, хочется ДПС. Так, ага, трэш идет. Ну все, добивайте босса. Перебегаем на ту сторону, портал.
Подержать, пока бурсты откатятся, ё-моё. Чек на присутствие в Дискорде. Сейчас я кратенько расскажу по ролу, чё, как, куда ролится. В нём, если слышим, это через центр дракона Сагрил красава. Кто же это был? Сагрил умрел. Нормально. Так, все меня слышат? Турбойс. Ну, Турбойс в курсе. Короче, смотрите, ребята, у нас много людей из чата, но в целом рейд гильдейский. Поэтому все сейчас смотрят, что кому надо. Выбирают один спек, мейн, на который они будут ролить. То есть не получится так, что кидают шмотку, она вам на мейн, на офф, вы кидаете ролл. Вы будете ролить только на себя, только на один спек. Роллы пишите в Дискорде, потому что чат уезжает. Значит, там ник РК, если у тебя он отличается от того, от игрового. И пишите спек. Даю вам минуту на это. Потом едим рыбу, обновляем бафы и запускаем. Там шаман хочет в Долоран. А зачем? Не знаю. Ну, Мак, попроси портал, мы сейчас сманем. Он уже в Долоране. Ну, сманем сейчас. Давайте подумать, кто на кого ролит. Так, пишу. Ой, этот, как его? Забыл. Два камня есть у кого-нибудь в Багровых? Прикиньте, что с собой. Написал, нет, то, нет, что на Эрфала роль, так что... Так, Джованни на ШП, Русланчик, Дестра. Русланчик, а ты кем в рейде? Надо еще ник написать, кто в рейде. А, Дестра, все, я понял, ты лок. Я лок, один. Да-да-да, я понял. Тебе для метка надо? Короче. Да. Все, смотрите, там если надо тревожный метрин, либо другой. Погодите. Если вы не написали ничего там по поводу успеха, соответственно, вы будете ролить так, как я вас принял в рейде. То есть взял там хилом, будете только на хила ролить и так далее. Надеюсь, с этим понятно. А, по тактике надо кому-то что-то напомнить там. Да, сижу. Объясните, потому что я первый раз. Тут первый раз, кто говорит? Лок. Ага, прикольно. Смотри, Лок, нужно выносить метку. Ага. И перебегать на метеорах. Еще выходить из луж. Хорошо. Так, мастер Ол, ты в сумраке. То есть, чтобы все очиститься будет в рейде. Вот. А, соответственно, смотри за тем, что делают другие, и слушай, что будет ЛК говорить. Уточни, куда именно метку ее носить. Ну, метку выносим к краю. То есть, вот видишь, край вот этот, вот где звездочка бегает. Вот, выносим, из тебя диспелит ее. У тебя, надеюсь, не собак, да? Спеток. А что у тебя за петок? Так, он дестрик. Дестрик, ну нормально. Ну, имп. Так, имп. По диспелу, смотрите, купати. Значит, первая, вторая группа это свет. Третья, четвертая группа это тьма. Хилы. Мидвей в реале с... ДЦ с Дриэном. Лачдан, Джованни и Оверфол. Вы все в сумраке. Понятно, хилы? Вопросы есть? Вопрос, я диспелю или нет? По диспелу. В реале диспелит Дриэн, естественно, потому что он ДЦ. А в сумраке диспелишь Джованни ты и Холи Прист. Слышь, а с ДЦ не будет смысла в ситу. Он будет больше смысла в тьме с ДЦ. Но там, блядь, придумывай сказки. ДЦ да, нормально. ДЦ в реале очень хороший. Так, знаю, еще раз по хилам. Медвей, Дриэн, Реал, Лачдан, Джованни, Оверфол, Сумрак. Реал диспелит Дриэн, Джованни диспелит Сумрак. Пал, а ты отключи в хилбот. Заходишь в настройки хилбота. Шкурки, потом исцеление, дальше внизу рейд. Ты убираешь... Да уже не надо. Восьмой, седьмой, шестой группы. Это не показываются они. Смотрите, в реале остается ДК, когда все заходят в портал, в реале остается ДК и Винар, и Хилл, Мидвей. Только два человека. Все остальные заходят в сумрак. После того, как мы там доведем до третьей фазы, первая, вторая группа и ДЦ, Дриен, ты выходишь в реал. Все понятно? Рыбку надо, рыбку. Рыбка, рыбку. Кто не ел, поешьте. Так. Алиса. Во, это ты не в танке, да? ЖДД сейчас? А, ну давайте... как делать? Алиса, ты сама сможешь поставить его в центре и нормальный катанчик? Ставь, как со мной ставил, так проще будет. Ну давай, Алиса, иди налево сюда, слышишь? Вот сюда иди. СС на кого дай? СС...
Благодарю, дай подумать. На танка смысла нет. Да, СС на Чулан. Наверное, да. Надо подождать. Смотри, ну, Алиса знает, да, я его сдерну. То есть, а когда дракон в жопу тебе повернется, ну, бежишь и станете, чтобы он в центре был. Все, чек на пол. Все готовы? Пан. Забегите в звезду, а то сейчас останетесь. Звездочку. В сумраке бегаем в звезде. Так, правильно, все идет. Алиса, беги, забирай. Беги, забирай, дракон. Ага, забирай, забирай. Ты еще пешком. Все, все, все. Все, все, все. Бьем, стоим в звездочке. На ком там мет? Сейчас сниму. Метку выносим в за спину. Заскать сумрак. Метка, мост, убегай. Видишь, как выносит лоб? Так выносим. Метеор. Да, вижу, понял, вижу. Метеор, убегай скорее. Лужа сейчас будет. Бежим к звездочке, смотрим, придется лужа, все нормально. Стоим все в звездочке, потому что ближе стоять нельзя. Метеором нельзя отрезать стволов. Лужи ваши достают прекрасно. И бури тоже. Керри лох, что с тобой? По лужам не беги. Хвостом что получишь? Все, понял, понял. А ты вообще можешь сейчас портал поставить, я сейчас уже смысла нет, мы переведем. Обычно там портал ставишь при пуле, сюда бежишь и обратно портуешься от метеора. А я его метку. Поставил. Все, метку за спину. Есть метка? Нет метки, бежим, метеор. Складываются метки, это хорошо. Переводим босса, моем туда лужи. Так, что по луту? Ага, ответ. Легко выпить, мне двое. Давайте быстрее, бодренько, что процент сносим. Отлично. Сейчас, когда зайду, скажу, когда вам зайти. Заходите. На пул сразу рога. Хитрости. Хам. Просил танк. Хильки. Тринечки отдал. Куда как бы поставить-то. Лево, чё стоим? А, звёздочку смещайте. Мастеров, чуть левее отойди. Геру включаем. Ещё смещайся. Так, лезвие чуть как-то кривенько оно кастуется. Через блин. Правее отойди, правее отойди, правее. Да понятно, ложимся. Появляется оно вот так, всё, я понял. Заходим в этот самый, заходите в хилы портал, кто там в реале остался. Да все увидели. Встаем, летим. Сейчас все будет норм. Кто там не сдох еще? Кто там вообще сдох? Все, все умерли. Ты за остро его провел просто. Так, да, я зря повернул его. Сорян. Баунтозик, хорошо, я услышал. Да мы убьем сейчас, это такой технический запут. Дайте, пожалуйста, мамонта. Джив слева. Угу. Тут мамонта, зачем джив? Все, все. Тут богачей, короче. Че, элемент? А че ты лежишь? Сейчас за ПК начнем подавать. Рыба сзади скрит. Элемент здесь. В Дискорде написал, что пинг 4К у него. Да? Слушай, у меня тут паладин пишет, может магу вместо него добрать. Элемент. Ты хоть здесь и скажи что-нибудь. Пинг 4К 2027. А, минут назад написал. Че, минус ДД, ну вообще. Ну шо, один ОДД заберем. Так. ДД, ну и РДД нужен. Кто у тебя есть? Лок, ШП. ЛМ. ЛМ. Кто еще есть? Демон. Демон есть? Три милика. Нет, милик и так один уже в реале. Милик не катит. А что за милик-то, кстати? Какие-то?
по-любому вар. АДК. 259-я. А кто еще? Ну, кто там АДК и какие классы-то? ШП 255-й написал. Бери. Я понял. Ну, жалко, что милики. Патти кинул, не принимает что-то. О, комбат рокет. Сначала плюснул, потом написал, не, времени мало. Можно подумать, здесь РС на 3 часа рейд. Зашел элемент, да? Лео, нормально с пингом, все норм. Элемент, ты здесь, в Дискорде? В чат пиши. Не тебе, а элемент. Элемент. Нормально все, будем тратить. Что там с пингом? Да, отлично. Давайте тогда фулл реба. Раздаю прот, раздавайте там каски, все остальное. 300 баф и лапу. Интеллекта. Все вроде сенсор бафнул. Алиса, ну ты знаешь, что делать? Пешком не иди, на коне езжай. Рок, дай в нее на пул, когда надо будет, чтобы она хватит. Да, напуливать ВТК, меня не надо. Все, все готовы. Оверфол. Ты готов? Я нормально стою? Да. Все, команд. Давай, сдерну тебя еще раз, забираю мне дракон. Команд за этим. У нас шам, короче, ФК. Оверфол. Ну, это хило, отлично. А чё вы стоите в бой? Бьём, Милош Джимс. Побьём пока. Хилы хилит. Метеор побежали. Не подходите ближе. Видите, вы сейчас запустили бот до танка. Зачем так делать? В рейд был. В рейд пошла лучше. Отошли. Орёл, а можно завейдить вначале и стать. Зачем это нужно? Ну, босс пропадает, все вставить. Отойдите от дракона. Я знаю, что пропадает. Так веселее. Диспельте идти, в конта диспельте. Да. С этими эвейдами танки никогда танчить не научат. Что там за ретрик бегает? Пан, отойди в метку ко всем. Что ты делаешь во фрейме? Встаньте ко всем. Перебежали. Никогда не стойте там, не привыкайте встать во фрейме в дракон. Вы уже в рейд. Шаман, оверфол тут? Ты можешь хилить? Можешь зайти к нам? Чё ты АФК? Не можешь зайти. Он написал, что отойдёт. Блин, ты мне ничего не... В рейде он писал. Сейчас смотри кино. Заходите. Что ты сделал? Нормально, тропы как фото, что на пул, давай. Мангел. Нет, выноси. Чуть правее стань. Я зайду через 3 секунды. Правее, стань чуть-чуть. Нормально. Че по Геру? Геру давайте. Верхом. Следующее я пропущу, наверное. Пожирание выносите на комнату. Там. Лео. Пожирание выносите. Лео, элемент. Вынеси пожирание. Ты слышишь меня? Нормально. Ну. На нахуй. Так, сейчас лезвие будет. Крутитесь. Пожирание, чулан. У
не могу просто смотреть, когда нету расколов. Это пиз. Так эти расколы. Процентом 50. Дыхание. Не хватает хилака, что он. Это мы еще поставим. Так, сверки. Скоро сверки. Лезвие. Портал появится. Выбеги, прист. Джованни. Портал, выходите. Портал, выходите под этим самым. Вот кто диспелил? Ну, кто тут? М10 стаков, она сама диспелилась уже. Мы не выносим. Короче, ложимся. Джованни, что ты не выбежал? Элемент Про. Ты видишь, что все метка находится? Элемент Про. Элемент Про, почему ты не выносишь метку? Ты стоишь, тупо бьешь в сумраке. Джованни, на тебе метка. Вы прекрасно умрите, знаете, что перед порталом появляется метка. Ее нужно вынести, потом выйти в портал. Чего вы тупите? Почему вы в рейде стоите? Вы что, в первый раз тут? Ладно бы лок слакал, я бы понял. Для Джованни, для элемента еще, да? Элемент, ты в РК? В смысле ты не видишь меток? Ты категорию видишь свою? Слева от категории у тебя появляется дебаф. Либо тьма, либо свет. Увидел его, но тебе там пишется еще надо фигурка твоего персонажа. Что на тебе такая-то херня. Зайди в ложу, шаман. Или выйди с инста. Умирайте там, кто не умер еще. Взяли сейчас, вайпнули рейд с метками. Шаман тоже красава, чё ты афкашишь? Он написал, что это пиво на одну минуту. Нет, он ничего не писал. Если отходит, пишите в ПМ мне. Я речет не всегда читаю. Кто отходит, пишите в ПМ. Я не собираюсь пролистывать, прокручивать. Искать там что-то. Я тебя нашел. Заходите, ставьте рыбу. Чинитесь. Мастерон, тебе звезда, за звездочку никто не заходит перед пулом, чтобы не согреть босса. Тут не очень большое ножа. ГП, лачедан, блядь, зашел вперед звезды. На один шаг, блядь. Че, дебафил? Чек на пол. Зашли в звезду, встали, блядь, чтобы никто не был закуплен. Брэдер, каску там туда, и он один. Шулан. Каску Локу дайте. Мне Локу. Кулак дали. Локу и Ханту. Шредер, каску. Так. Каску не дали. Лок. Локу каску дай. Локу не, Локу нет каски. Вот я в таргете держу его. Все. А по всем проверьте каски, касок нет по многим. На мне тоже нет каски, на шамане. Ну, баф, каски дать. Ладж, Даня? Даня, есть каски. Все, есть каски. На элементе все есть. Все, я пуляю. Алиса, забирай. Зашли внутрь. Заходим. Алиса, забирай, разворачивай. Вот, отлично, на пульте надо каски. Стоим в звездочке. Куда вы поскакали опять во фрейм? Вы что, дикие, ёпта, или что? Кто там внутри? Трогай через... Она череду прожимает, что такое? Вот шейпер за спину и... Метеора, видали, как он упал? Без предупреждения. Сейчас происходит, пизда будет. Нет, все живы, молодцы. Выжили. Ничего себе. Давай врываешься под этаж, ты шо? Вроде под пузом никого. Метка, Samsung. Диспелишь сам. Петрик, отойди назад. Максом России. Баунтосик, да, стой, где все. Так. Метеор. Где метеор? Под нами уходим. Потом встаем, смотрим луз. Шейпер. Метка, шейпер, выноси нахлёст. Вот, называется нахлёст, да, центр. Второй рядом.
Скрайм, я переводим дракона. О, что с ним построим? Сейчас зайду. Так зайди. А, ты зашел. Заходите. Веру там, да? Веру. Орхидея, метку за спину рейд. Нормально. Диспелься, у тебя съесть диспел. Оленя можешь. Лезвие будет сейчас передо мной. Вот так вот. Следующее я уже проведу. Перемещайтесь, звездочки бежим. Под морду не заходим. Бокус выноси. Стенки. Диспел. Но. Выносите не наперед. Наперед нужно выносить только в одном случае. Если я кручу дракона. Потому что я кручу его для того, чтобы было свободное место. Чтобы вы не сдохли. Так, лезвие. Одна секунда, две. Ой. Панна, выноси. Панна, внахлёст. Клади вот с той меткой. Наперед убегай. Ну, я только сапожки спасли. Да не, у него прыжок. Ну, гоблин, что ли? Да. Бьем босса. Переводим 55%. Я надеюсь, танк и хапал в ряд. Там проблем не будет. Пожирание шейпер. Нахлёст. Ой. Третья фаза. Так. Первая, вторая группа. Выходим в портал. Вот, да-да-да. Перед дыханием не лезьте нахуй. Выходите, потом обратно отойди. Уйдите отсюда, я доверну дракона. Уйдите из-под дыхания. Звездочка для кого стоит? Пан, выноси метку. Стоп, мать, мастоп. Мастоп, ДД, лезвие будет. Брали руки от клавана. Мастоп, ДД. Мабьем. Мабейте. Реал бейте. Отъехал, уйди с под морды. Неужели звездочка не видна? Пожирание, баунтосик, вынеси. Не Шредер, под морды беги. Шредер, чуть дальше. Реали 70, реал стопает. Сумраки 70, сумраки. Бьем обе. Все нормально. Все нормально, так. Лезвие. Крутимся, звезда. За звездой бежим. Стоп, тьма. Мосса, метку выноси. Мосса, вынеси метку. Нахлёст. Диспел. Бьем тьма. Обейте. Меня не роняй. Если есть дот, постоянно обновление нам не должно висеть. Коли приступ. Постоянно. Так, сейчас лезвие. 3 секунды. Джавани, метка. Вынеси метку, Джавани. Под морду бежишь, беги. Ты неправильно бежишь. О, хоть как-то. Турбой с меткой. Вот так вот под Джованни вынес, не надо больше. Потому что вынес под морду, если было дыхание, был бы минус. Минус ДЦ. Никогда так не... Когда ты выносишь метку, и лезвие не бегут за тобой, пожирание попущенное выноси. Рога, вынеси метку. Вот, видишь, вот так как рога нужно вынести. А ты вынес криво. Пошли за звездой. Райтрик, сейчас упадешь. Бейте дракона. Дал сакру. Поживем еще. Пока все ровно. Метка лучше. Продиспельте его. Диспельте. Все, сейчас будет лезть. Еще два метеора. Под боссом перебеги! От боссом. ДК. Если метеор на тебя падает, ты просто перебегаешь. Мастоп. Брали руки. Алиса, если метеор на тебе, ты тупо бежишь под боссом, разворачиваю так, мост выйдет. Разворачиваю так, чтобы он мордой не повернулся в рейд. Так лучше хвостом. Запомни. Давайте, убиваем босса. Три, там гир еще 2 минуты. Хочется уже танки на тап. Турбой с метка. Крутимся в сумраке. Метеор у вас там в реале. Идите. Отошли. Пожирание выноси, шейпер. Побежали. Спел его. Все отлично. Все, забиваем босс. Третьего трая, да? Нормально. Если бы
Не было косяков, я думаю, убили. Это тупые трои были. Просто ну, так, такие, да. С первого, блин. Говнотраи. Че упало? Так, да, но... Охуительно. Похоже, пало медвею. Супер. Давайте паролем. Вон тапки на танка. А, да не на танка, на ретрика. Да, да, на танка. Какого на ретрика? С ума сошел. Давайте ролить скорее. Ну вообще-то у тапки на холи пало. Короче, порчи полные тени. Роги, рпалы, коты, рольте. Мастер-ролл, 95. Фурики, если есть. Как... Опущенный, 48. Гвантосик, 49. Мастер-ролл. Выиграл. Из гильдии больше никто не ролит, да? Ну все, значит. Мастеров ГЦ тебя. По ЕПГП теперь. А тебе зачем тебе? Подожди, ты же вар. Я знаю, что я вар. У меня кап до мастерства. Мне ладно. Мне нужны крипты с сурка, поэтому. У меня сурка нет. Так что нет. Ну, тебе они, тебе с этого дракона не нужны, наверное. Суть не в этом. Я знаю, что мне нужно, что мне не нужно. Кидай по ЕПГП. Кто хочет, то и собирает. Он был. Ну, сролил его, честно. Уже я вам войду говорил, что выбор не идет фуриком, я дали. Мастер-ролл, если тебе не нужно, то тогда выиграл бунтосик 49, ему нормально. Тебе надо, нет? Я вырыл на гильдию. Мне надо, но по ИПГП пан, походу, выше меня. Нет? Ну, тогда по ИПГП давай. Не, мастер-ролл, просто знаешь, такой момент, у нас нет ролла. Чтобы прям ролик на гильдии. Я знаю, что есть, не есть. Мне надо, я сказал. Но я уступаю на гильдию, все. Хорошо. Погнали дальше. Проще. Чтоб не мануть. Танка, ботинки. Просто заметил еще, что на Сирусе очень мало людей знают, кому какой лут идет. Я тебе скажу, я не Сирус, я циркуль. Я знаю, какой мне лут идет. Ну, Навара, слушай, громадная накладочная тоска по-любому лучше, чтоб ты меня не говорил. Не спорь со мной, я тебя умоляю. А что спорить? Ты не согласен? Это нет, не я не согласен. С тем, что нам на Навара сурка топовая? Да, я согласен, что топовая, но сейчас у меня нет. Спасибо, парни, за рейд. Было прикольно. Ну да, весело было. Приходите еще, всем спасибо. Если кто-то хочет каждое КД убивать раз, на моем счету это уже пятое. Как я пришел на сервер за 2